Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую красивую нежную салфетку крючком. Давайте рассмотрим ее поближе. Вот эти элементы мне напоминают ягодки, ежевички. Вот эти бантики очень красиво смотрятся. Я связала ее в таком нежном зеленом цвете, и поэтому она у меня получилась по-настоящему весенней, легкой, воздушной. Вязать ее просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Схема состоит из 18 рядов. Сейчас я прикреплю ее на экране, можете ознакомиться. Схема эта взята из интернета. Это из японского журнала по вязанию крючком. Я давно присматривалась к этой схеме и вот решила связать эту салфетку вместе с вами. Если вам нравится эта салфетка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал, пишите комментарии, все это помогает продвижению канала. Также хочу напомнить, что я открыла канал с таким же названием Одри Студио на Яндекс.Дзен. Также можете присоединиться там, подписаться и смотреть видео. Также приглашаю вас в мою группу ВКонтакте «Мастерская Одри Ми». Там много схем популярных и неизвестных. Можете найти для себя много чего интересного. И также у меня есть группа в Telegram с таким же названием Одри Студио. Ссылки все оставлю в описании под этим видео. Диаметр салфетки у меня получился 25 сантиметров. Итак, салфетку я буду вязать из вот таких ниток. Даже не знаю, как они называются. Из каких-то старых запасов. Ниточка такая не тоненькая, плотненькая, матовая, шершавая, приятная на ощупь. Мне захотелось сделать именно в таком цвете весеннюю салфетку, поэтому взяла эти нитки. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра, мне кажется, они, вот нитки с крючком, сочетаются. Вы берете свои нитки и подходящий крючок. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо. Первую воздушную петлю при помощи соединительного столбика и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема и в кольцо хвостик мы сразу обвязываем, провязываем 16 столбиков без накида. Первый столбик начальный, второй, третий, четвертый, пятый. Давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Провязали 16 столбиков и соединяем вершину начального столбика с соединительной петлей. Первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик. С накидом еще 1 воздушная петля арка, накид, и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, в следующий столбик с накидом, 1 воздушная. Так вяжем по кругу, по рисунку, и встречаемся в конце ряда. Провязали последний 16 столбик с накидом, 1 воздушная петля арка и соединяем вершину начального столбика с накидом в 3 воздушную петлю подъема соединительной петлей. Так, соединили. Второй ряд у нас готов. У нас получилось 16 столбиков с накидом и 16 арок из 1 воздушной петли. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли, 1, 2,
3, это начальный столбик с накидом, еще одна воздушная петля, это начало арки, далее вяжем пико из 3 воздушных, набираем 3 воздушные, 1, 2, 3, и в третью петлю от крючка соединяем соединительной петлей. Так. Пико готово. Еще одна воздушная петля для симметрии, накид, и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, соединяем в третью петлю от крючка, также делаем пико, и еще одна воздушная петля для симметрии. В следующий столбик вяжем столбик с накидом. 4 воздушные. Соединяем в третью петлю от крючка. Пико готово. И еще одна воздушная петля, столбик с накидом. Продолжаем вязать самостоятельно. У нас также получится 16 столбиков с накидом. Итак, провязали последнее пико, одна воздушная петля после него, и соединяем в третью воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Соединили. Третий ряд у нас готов, у нас получилось 16 пико, 16 арочек. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, еще 5 воздушных, это арка, 1, 2, 3, 4, 5, накид, пропускаем пико, перепрыгиваем через него и в следующий столбик вяжем столбик с накидом, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, в следующий столбик после пико, также столбик с накидом. 5 воздушных, следующий столбик с накидом, столбик с накидом, так вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда арки из 5 воздушных. Провязали последнюю арку из 5 воздушных петель и делаем соединительный столбик в вершину начального столбика в третью воздушную петлю. Соединили. Четвертый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем пятый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Начальный столбик с накидом. Еще одна воздушная петля арка. Накид. И сюда же, куда мы делали соединение, провязываем еще один столбик с накидом. Вот такая галочка из 2 столбиков с накидом. 1 воздушная петля. И в следующую арку из 5 воздушных провязываем столбик без накида. 1 воздушная, накид. В следующий столбик с накидом провязываем такую же галочку. Первый столбик с накидом, 1 воздушная петля. И второй столбик с накидом сюда же. 1 воздушная. В следующую арку столбик без накида, 1 воздушная, переходим к следующему столбику и в него также провязываем галочку. Первый столбик, воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, столбик без накида в следующую арку. Продолжаем вязать по рисунку самостоятельно. Подходим к концу ряда, провязали последний столбик без накида, 1 воздушная петля, арка, и соединяем в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика. Пятый ряд у нас готов, вяжем шестой ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, и еще 5 воздушных петель арка, 1, 2, 3, 4, 5, накид,
Пропускаем одну арку, вторую и в следующую посередине галочки, в третью арку провязываем столбик с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Переходим к следующей галочке и в ее серединку под арку провязываем столбик с накидом. 5 воздушных. В следующую галочку столбик с накидом. Так, вяжем по рисунку. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. Шестой ряд у нас готов, вяжем седьмой ряд. Воздушная петля подъема и сюда же в этот столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. В следующую арку провязываем 6 столбиков без накида, обвязываем арку 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь столбик в столбик. В следующую арку 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, столбик в столбик, в следующую 6 столбиков, так чередуем, то 5, то 6 столбиков по кругу. Давайте обвяжем эти арки самостоятельно, не забываем в каждый столбик провязывать по столбику без накида и встретимся в конце ряда. 6, 5, 6, 5. Подошли к концу ряда. Провязали последние 5 столбиков в арку и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. Седьмой ряд у нас готов. Вяжем восьмой ряд. Его вязать очень просто. Воздушная петля подъема, столбик без накида в этот же столбик и в каждый столбик по кругу провязываем по столбику без накида. Так, вяжем по кругу, в каждый столбик по столбику без накида. Встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний столбик и соединяем вершину начального столбика. Восьмой ряд у нас готов. Вяжем девятый ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это арка, накид. Пропускаем 6 столбиков. И в следующий столбик с накидом. 7 воздушных, все арки у нас будут по 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь пропускаем 5 столбиков. В следующий, так, 1, 2, 3, 4, 5 пропустили. В следующий столбик с накидом. 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующий столбик с накидом. Далее пропускаем 5 столбиков. Все арки из 7 воздушных. Так, вяжем самостоятельно. Пропускаем 6, 5, 6, 5. Итак, в конце ряда сделали соединительный столбик, вершину начального столбика с накидом. Девятый ряд у нас готов. Вяжем десятый ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик. 1, 2, 3. Еще 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 7 петель провязываем столбик
без накида. Посередине арочки. Далее 1 воздушная петля, накид, и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. Так, провязали. 1 воздушная петля, еще один столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. 1 воздушная петля и третий столбик сюда же, в этот столбик с накидом. Вот 3 столбика в одно место провязали. 1 воздушная петля, в следующую арку столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующий столбик провязываем 1 столбик с накидом. 4 воздушные, уже повторяем раппорт. 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. А в следующий столбик у нас также будут 3 столбика с накидом. Сначала делаем 1 воздушную петлю, арочка, первый столбик с накидом, в следующий столбик 1 воздушная, второй столбик с накидом сюда же 1 воздушная и третий столбик. У нас веерочки из 3 столбиков с накидом. 1 воздушная, столбик без накида в следующую арку. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом в следующий столбик. 4 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. Так, на одном столбике у нас 3 столбика, на следующем 1. Здесь 3, здесь 1. Вот эти арки по 4 воздушные петли. Продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, сделали соединение в конце ряда, также в третью воздушную петлю подъема. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начало, первая половина арки. И далее 3 воздушные петли, это будет пико. 1, 2, 3. И соединяем. Давайте соединим сейчас в четвертую петлю. 1, 2, 3. В четвертую от крючка. Мы потом в это пико будем провязывать в следующем ряду столбики в серединку. Так, далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арочку, вот эту арку из 4 петель мы пропускаем, в следующую арку из 1 воздушной столбик без накида. Провязали. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку из 1 воздушной петли. Это у нас ананасик будет. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь делаем столбик без накида в следующий столбик. В середину веерочка. Так. Ниточка рассвоилась. Сейчас переделаем. Три воздушные, 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку из 1 воздушной петли. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку из 1 воздушной. Столбик без накида. Итого у нас получилось 4 арочки из 3 воздушных петель. Далее 3 воздушные петли. Это уже начало большой вот этой арки. Вот здесь у нас 4. Но перед этим также была арочка из 3 петель. И снова делаем пико из
трех петель, 3 воздушные, 1, 2, 3. Давайте в четвертую петлю, как мы с вами уже договорились, столбик соединительный. 4, так, 3 воздушные, 1, 2, 3. Провязали. И теперь столбик с накидом в следующий столбик с накидом. Сейчас мы еще раз вместе повторим раппорт. Вот что у нас получается. Давайте еще раз. 3 воздушные. 1, 2, 3. Начало арки. Еще 3 воздушные. 1, 2, 3. Это будет пико. В четвертую петлю соединяем соединительным столбиком. 3 воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем арку с 4 петель и в следующую арку из одной воздушной петли столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующий столбик, который идет после этой арочки. Он у нас средний на веерочке. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку. 3 воздушные, 1, 2, 3. И в следующую арку из одной воздушной петли столбик без накида. Вот, начало ананаса. Далее. 3 воздушные, 1, 2, 3. И снова пико. 1, 2, 3. Соединяем. 3 воздушные. И столбик с накидом. Следующий столбик с накидом. Вот, провязали второй раппорт. Все, продолжаем вязать по рисунку. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали 11 ряд, также сделали соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Вот что у нас получается. Вяжем 12 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. И еще одна воздушная петля, это арка. Накид. И теперь в серединку следующего пико нам нужно провязать 4 столбика с накидом. Первый столбик. Сюда же. Второй. Третий. И четвертый. Так. Далее. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем вот эту арку после пико. И в следующую арку, вот первая из четырех, провязываем столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушные, в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные, в следующую арку столбик без накида. Так, вот ананасик у нас. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова в серединку пико, вот в колечко маленькое, провязываем 4 столбика с накидом. Первый, сюда же второй, третий и четвертый. Так, одна воздушная петля, накид, и в следующий столбик с накидом у нас такой одиночный стоит,
Вот в него провязываем столбик с накидом. Так, ниточки иногда вот рассаиваются. Одна воздушная петля, и снова в серединку пико провязываем 4 столбика с накидом. Первый. Второй. Третий. И четвертый столбик. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 3 воздушных на ананасике. Первая она у нас столбик без накида. И идут 3 арочки из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3. В следующую. Еще одна арка. 1, 2, 3. В следующую. Теперь 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И в следующее пико провязываем также в колечко 4 столбика с накидом. Это у нас основание листиков наших будущих. 2, 3 столбик с накидом и 4. Теперь 1 воздушная петля и в следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Что у нас получается? Продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, завершили ряд. 4 столбика, 1 воздушная петля и соединили вершину начального столбика в 3 воздушную петлю подъема. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку и в следующий столбик с накидом. Перешли и начинаем вязать сплит из 3 столбиков с накидом. Итак, первая ножка у нас 2 воздушные петли, накид. Вторая ножка провязывается в следующий столбик, столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. Накид. И третья ножка провязываем в 4 столбик. Третий мы пропускаем в 4 столбик. Закрыли накид. 3 петли на крючке. Закрываем за один прием. Вот такой начальный сплит из 3 столбиков с накидом. Далее 6 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5. 6, накид и столбик с накидом в следующую арку из 4 воздушных. Провязали столбик с накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку из 3 петель. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку провязываем столбик с накидом. Провязали. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. И теперь вяжем сплит. Первую ножку в следующий столбик, в первый на группе из 4, накид. Пропускаем второй. Вторая ножка в третий столбик, накид. И в следующий, в 4 столбик, третья ножка. 4 петли на крючке. Закрываем. Вот такой сплит.
Теперь делаем пико. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в четвертую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4. Делаем соединительный столбик. В это пико мы также будем провязывать несколько столбиков с накидом потом. Это у нас будет начало листочка. Накид. Пропускаем столбик с накидом, арку. И на следующих 4 столбиках также вяжем сплит. Первая ножка в первый столбик. Столбик с накидом не до конца. Накид. Вторая ножка в следующий, во второй столбик. Закрыли накид. Накид. Пропускаем третий столбик и в четвертый вяжем третью ножку. 4 петли. Закрываем. Вот что у нас получается. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы уже повторяем раппорт. Столбик с накидом в следующую арку из 4 воздушных. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В следующую арку столбик с накидом. И теперь 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На следующих 4 столбиках также вяжем сплит из 3 столбиков. И между 2 сплитов у нас пико из 3 воздушных петель. Набираем 4 петли и в 4 петлю от крючка провязываем вот такое пико. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнее пико между сплитами и соединяем вершину начального сплита соединительной петлей. Соединили. 13 ряд у нас готов. Вяжем 14 ряд. Делаем 2 соединительных столбика в следующие 2 воздушные петли на арке. Переходим немножко вверх по арочке, чтобы наш ряд начинался вот из этого места. Так, вот, подвинулись. Вяжем 14 ряд. 1 воздушная петля подъема и столбик без накида в эту же арку. Провязали начальный столбик без накида. Далее у нас идет арка из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Накид. И в следующий столбик, вот он у нас один столбик с накидом, провязываем первый столбик с накидом. 1 воздушная петля и еще один столбик с накидом в этот же столбик. Вот такая галочка. Далее у нас идет арка из 5 воздушных. Четыре, пять, накид. Пропускаем вот этот ананасик арочки. Переходим к следующему столбику с накидом и в него провязываем такую же галочку. Первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом сюда же. Снова 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Так, теперь следующую арку, вот большая перед сплитом, столбик без накида. Далее накид и в пико, в серединку, также в колечко провязываем 3 столбика с накидом. Первый,
сюда же второй, третий. Так. Далее 4 воздушные арка. 1, 2, 3, 4. И в это пико провязываем еще 3 столбика с накидом. Итого 6 столбиков. 3 арка из 4 и еще 3. Тут такой бантик у нас получается. Далее в арку столбик без накида, 4 воздушные. В следующий столбик с накидом провязываем галочку, столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще второй столбик с накидом в этот же столбик. Провязали галочку. Далее 5 воздушных. И в следующий столбик с накидом также делаем 2 столбика и между ними арка из 1 воздушной, галочка. Итак, над ананасиком у нас идут арки из 5 воздушных петель. Остальные все арочки из 4, а на галочках по 1 воздушной петле. Четыре воздушные. Столбик без накида в следующую арку. И теперь вяжем бантик. 3 столбика с накидом в пико. 4 воздушные, 3 столбика с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 3 столбика. Вот этот бантик. И соединяем вершину начального столбика с накидом. 14 ряд у нас готов. Вяжем 15 ряд. Для начала нам нужно сделать соединительные столбики по цепочке вот на этой арке в столбик и доходим до арки вот на галочке. Итак, делаем 4 соединительных каждую воздушную петлю. В столбик. И в следующую арку из 1 воздушной. Вот, перешли. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Еще 1 воздушная петля. Это арочка. И в следующую арку из 5 воздушных провязываем столбик без накида. Первый. И еще один столбик без накида в эту же арку. 2 столбика. 1 воздушная петля. Накид. И в следующую арку на галочке из 1 воздушной петли провязываем столбик с накидом. 5 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Переходим к группе из 3 столбиков. Вот бантик. В первый столбик делаем кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца. Накид. И сюда же в этот столбик второй столбик с накидом не до конца. 3 петли закрываем. Провязали кластер из 2 столбиков с накидом. И в следующие 2 столбика по столбику с накидом. Первый и второй. Итак, кластер и 2 столбика. Такой бантик. Далее 3 воздушные арка. 1, 2, 3. И в следующую арку столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2,
3. Переходим к следующей группе из 3 столбиков. И здесь наоборот, в зеркальном отображении в первые 2 столбика провязываем по столбику с накидом. А в последний, в третий, выполняем кластер из 2 столбиков. Первый столбик не до конца. И второй столбик с накидом не до конца. Закрываем. Что у нас получается? Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем арку из 4 воздушных и в следующую арочку на галочке столбик с накидом. 1 воздушная петля. В следующую арку из 5 петель провязываем 2 столбика без накида. 1 воздушная. В следующую арку столбик с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И снова вяжем бантики. Кластер, 2 столбика. Потом арка из 3 петель, столбик без накида, 3 воздушные. И снова столбики с накидом 2 и кластер. Такой бантик доделываем. Все, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний бантик, 5 воздушных, и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом. Соединили. 15-й ряд у нас готов. Вяжем 16-й ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из одной воздушной петли. 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Это первая ножка сплита. Накид. И в следующую арочку из одной воздушной петли провязываем столбик с накидом. Это вторая ножка сплита. Вот выполнили начальный сплит из 2 столбиков с накидом. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных. Снова 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в следующую арку из 3 воздушных столбик без накида. Теперь арочка из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. Здесь у нас поменьше арка, где бантик. Снова 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку столбик без накида. Далее 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. И вот у нас 2 арочки из одной воздушной петли. В первую арку вяжем первую ножку сплита, столбик с накидом не до конца, накид. А вторую ножку вяжем в следующую арку. 3 петли, закрываем. 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. И снова 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующую арку. И теперь арочка идет из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку. И снова идут 4 арки из 6 петель. Вот здесь у нас над ананасиком, вот над этой ягодкой, ежевичкой, идет сплит на 2 арках из 1 воздушной петли. А на макушечке бантика арочка из 4 воздушных петель.
Все, вяжем самостоятельно по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку из 6 воздушных. И вместо нее для ее формирования давайте сделаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом в вершину начального сплита. Вот такая арочка последняя. 16 ряд у нас готов. Вяжем 17 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в эту же арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку столбик без накида. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую арку из 4 воздушных петель также столбик без накида. Так продолжаем вязать. В каждую арку провязываем по столбику без накида. И все арки у нас из 7 воздушных. Встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю арку из 7 воздушных и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 17 ряд у нас готов. Вяжем последний, 18 ряд. 1 воздушная петля подъема, и в арку провязываем 8 столбиков без накида. Обвязываем арочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обвязали. В следующий столбик без накида делаем соединительную петлю. Полустолбик без накида его еще называют. В следующую арку 8 столбиков без накида. Укладываем их поплотнее, чтобы всем места хватило. 4, 5, 6, 7, 8. В следующий столбик без накида соединительная петля. И снова 8 столбиков без накида. Так обвязываем каждую арку и в каждый столбик провязываем полустолбик без накида. Соединительный столбик. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, обвязали последнюю арку, сделали 8 столбиков без накида и соединяем воздушную петлю подъема, которая нам заменяла соединительный столбик. Все, сделаем закрепку. Ниточку можно отрезать. Сейчас прячем хвостик и ставим нашу салфетку на блокировку. Если вы не любите делать блокировку, можно просто отпарить. Придаем красивый вид нашей салфетке и встречаемся. Ну вот такая красивая салфетка у нас с вами получилась. Она раскрылась во всей красе после блокировки и заиграла новыми красками. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной эту замечательную, чудесную салфетку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!